После бегства из России Марию Павловну и ее мужа приютила королева Румынии, а потом они перебрались во Францию. Им удалось провести через границу фамильные драгоценности, которые они постепенно распродавали. Сначала Мария окунулась в благотворительность, создала фонд помощи иммигрантам-соотечественникам, а потом брат Марии Дмитрий познакомил ее с набиравшей в Париже обороты Коко Шанель. У Дмитрия с Коко был непродолжительный роман, об этом у меня есть короткий ролик на канале. Мария загорелась идеей создавать вышивки для платьев Коко. И та согласилась из соображений престижа и потому, что Мария поначалу назначила очень низкую цену. Муж оказался кутилой и постоянно ввязывался в разные проекты, которые прогорали. Затем был развод с мужем, разрыв отношений с Шанель, переезд в Америку. Там Мария Павловна написала мемуары, была консультантом модных домов, писала и продавала свои картины. В 68 лет Мария Павловна умирает в немецком санатории от болезни легких.